Лариса Гавриш работает в столовой 18-й школы уже много лет. Рассказывает, дети очень любят котлеты, отбивные и картофельное пюре. Но раньше сюда привозили уже готовые полуфабрикаты. Теперь повара все готовят сами. Раньше работали на готовых продуктах, мы только подогревали и выдавали. Готовили только первые каши, а теперь мы готовим все. И салаты, и котлеты, и отбивные, и все остальное. Все, что по меню. Когда ты готовишь сам, ты же знаешь, что ты в продукты вкладываешь. Качество этой готовой продукции. А как мы получали от других производителей? За день в учебном учреждении питаются более 300 учеников. За 65 лет существования школы капитальный ремонт пищеблока провели впервые. На это из городского бюджета выделили более 500 тысяч гривен. На сегодняшний день школа приобрела пищеблок, который может выполнять полный цикл приготовления пищи для наших учащихся, причем хорошего ассортимента и качества. Теперь пищеблок 18-й школы является показательным стандартом, в соответствии с которым приводиться в порядок будет оборудование столовых учебных заведений Запорожья. Я уверен, что силы и средства потрачены не впустую, потому что выбран такой один из самых важных моментов. Потому что что хочет каждый из родителей видеть в школу, куда он отдает своего ребенка на целый день, чтобы он становился умнее и здоровее. И, конечно же, еда, питание, правильное, сбалансированное, калорийное – это успех здоровья наших детей. То есть ничего не может быть лучше и важнее. Станислав Печурин, Андрей Снесаренко, ТВ5.